Всем привет! Сегодня будем готовить детский салат из морковки и яблок. Салатик получается ярким, вкусным и полезным. Понравится не только детям, но и взрослым. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Орехи помещаем в пакет и разминаем скалкой. Затем высыпаем их в миску, при этом немножко оставляем для украшения. Очищенную сырую морковку натираем на крупной терке. Чуть-чуть морковки оставляем для украшения, а остальное отправляем в миску с орешками. Из яблок удаляем семенную коробочку, снимаем кожуру и натираем на той же терке. Перекладываем яблоки к морковке. Сразу поливаем лимонным соком, чтобы яблоки не темнели. Добавляем пару кристалликов соли, чтобы оттенить вкус. Чайную ложечку меда жидкого. Растительное масло. И хорошо перемешиваем. Даем салату пропитаться минут 10. Затем берем любую емкость с ровными стенками, застилаем ее пищевой пленкой. Плотно заполняем салатом. Накрываем тарелкой и переворачиваем. Формочку убираем. Снимаем пленку и украшаем на свое усмотрение. Вот такое солнышко мы сегодня сделаем. Вот и все. Полезный морковный салат для детей готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.